В текущем году в Новосибирске планируется строительство новой инфекционной больницы. Об этом шла речь на встрече губернатора Андрея Травникова с первым заместителем председателя Государственной Думы Александром Жуковым. Только что мы получили видеокадры из Москвы. Первый вице-спикер Нижней Палаты и глава региона также говорили о проекте «Академгородок 2.0» и строительстве новых корпусов Новосибирского госуниверситета. По всем этим вопросам важнейшим и в первую очередь по инфекционной больнице будем работать с правительством, с Министерством финансов, с тем, чтобы как можно быстрее вот это поручение, которое дал председатель правительства, было выполнено, потому что действительно объект важнейший для области. И я думаю, что если будет положительное решение, уже в этом году можно будет приступить к началу строительства. Вот. Также я знаю, что по университету работа уже началась, идет активно. Вот, я думаю, что все средства, необходимые для реализации этого проекта в федеральном бюджете, будут предусмотрены, так же, как и по Академгородку 2. Вот. Ну, во всяком случае, здесь тоже с правительством будем вести работу для того, чтобы, так сказать, темп вот этих решений принятых, он не сбавлялся. И все деньги, которые должны быть выделены финансированию, были предусмотрены.